начинается уже в холле. Первый отчетный концерт волонтеров Тулы собрал в городском концертном зале 20 творческих коллективов Тулы. Лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов, маленькие и взрослые, тулики разных профессий и интересов, объединенные любовью к искусству. Последние репетиции перед выступлением. У каждого коллектива свой особенный жанр. Мы выступаем с номером народным. Называется он «Задорная». И мы ездили в Москву и заняли абсолютного победителя на международном конкурсе. Занимаемся мы достаточно долго, играем на ложках. Участников поприветствовал мэр города Юрий Цкипури. По его словам, добровольцы культурной сферы, собравшиеся в зале и на сцене, хорошо олицетворяют волонтерское движение. Именно оно было объявлено президентом Владимиром Путиным приоритетным в этом году. Вас поздравить с этим замечательным событием сегодняшним, отчетным концертом и вообще концертом. Вашими выступлениями прекрасными. Все коллективы представили по одному номеру в своем жанре. По словам специалистов, нередко занятия в творческих клубах дают и хороший старт для тех, кто хочет стать профессиональным артистом. Мы очень часто делаем эти балеты разные. И на этих балетах, на классических, дети вырастают, поступают в училище. И в Санкт-Петербург, и в Москву. И, естественно, нам очень приятно, что это помогает и артистичностью, и эмоциональностью, и техникой. Теплая атмосфера вечера никого не оставила равнодушным. Зрители и участники надеются, что подобные мероприятия станут хорошей традицией. Юлия Васюкова, Сергей Давыдов, новости Тулы.